4 апреля прошла очередная 34-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». На ней заслушали отчет главы района Андрея Дорошевского о результатах работы за минувший 2022 год. Помимо депутатов Совета, в заседании приняли участие министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, депутат ЗСК Сергей Орленко, руководители федеральных и краевых ведомств, структурных подразделений, главы сельских и городских поселений, представители общественности и жители района. В своем докладе Андрей Дорошевский отметил, что основная часть расходов бюджета была направлена на развитие социальной сферы. Ряд важнейших задач решен благодаря участию во всевозможных федеральных и региональных программах. В районе строятся и ремонтируются дороги, детские сады и школы, благоустраиваются парки и скверы, модернизируются объекты ЖКХ и здравоохранения. Сделано многое, намечен ряд задач на текущий 2023 год. После доклада глава ответил на интересующие вопросы жителей. Один из них касался проблем водоснабжения в районном центре. Сферу развития жилищно-коммунального хозяйства руководитель муниципалитета назвал одной из приоритетных и едва ли не самой проблемной. Однако за последнее время в поселениях заменили сотни километров старых водопроводных сетей. Увеличивается число артезианских скважин, капитально ремонтируются имеющиеся. Ближайшие, я думаю, года 2-3 мы сможем прям хорошо все поменять. Но и улучшение мы уже увидим в этом году 100%. Поэтому это важная, актуальная задача – снабдить население качественной питьевой водой. Интересовались и перспективами ремонта отделений Северской центральной районной больницы. В минувшем году ЦРБ получила новое современное оборудование. Начали капитальный ремонт детского инфекционного отделения. Дальнейшие ремонты будут планироваться в соответствии с возможностями бюджета. То, какие деньги сейчас вкладываются в здравоохранение, ну, чтобы вы понимали, это сотни миллиардов рублей. Полностью идет оснащение здравоохранения. Что бы вы лучше выбрали? Сделать ремонт – это хорошо, безусловно. Или купить томограф, который спасет жизни, возможно, некоторых людей. Внимание просили обратить на меры по возрождению небольших хуторов. По одному из волнующих населения вопросов, реализацию программы догазификации домовладений дал пояснение Сергей Орленко. Все-таки не позволяет сегодняшнее состояние ГРС в полной мере подать лимит газа, ну, для всех потребителей. Поэтому вот именно создана такая очередь, и я так понимаю, что под контролем главы происходит подключение объектов вот, по очередности, под четким, так сказать, руководством. По итогам обсуждения в результате голосования деятельность главы администрации района за отчетный период была признана удовлетворительной. Общее мнение выразил Сергей Гаркуша. Уважаемые депутаты, от имени губернатора края Ивановича Кондратьева предлагаю признать работу главы муниципального образования Северский район удовлетворительной. Разрешите, Андрей Владимирович, вам пожелать вам и вашей команде успехов в достижении тех планов, которые вы поставили. Глава района, в свою очередь, поблагодарил присутствующих за поддержку, активную жизненную позицию и ежедневный труд на благо развития муниципалитета.